Каким образом Турция пойдет в Израиль? Организует военно-морскую или воздушную операцию? Будет интересно посмотреть. Интересно спросить, что по этому поводу думает турецкий генштаб. Турция, насколько я понимаю, пока что не в состоянии справиться с курдами, не говоря уже об Израиле. Десятки лет не может подавить курдское сопротивление. Это при том, что у Сирии, Турции, общая граница. У Ирака общая граница. Турецкие курды, ну так они просто живут на территории этой страны. И то ничего не может сделать с ними турецкая армия. Ни с сирийскими, ни с иракскими, ни с собственными. Ну теперь начинать войну с Израилем, ядерным государством. Интересно будет посмотреть, очень интересно. Но риторика понятна. Ну братья-мусульмане, это и Хамас, и партия справедливости и развития Эрдогана, вообще кроме Газы, только Турция является территорией, которую управляют братья-мусульмане. Что касается того участия Турции в Второй Карабахской войне, о котором упомянул Эрдоган, вообще-то в Карабах вошли азербайджанские, а вовсе не турецкие войска. При активной поддержке Турции, это да. Ливия. Ну, это ограниченная операция, которая проведена по согласованию с правительством Триполи. А израильское правительство будет что-то обсуждать с Турцией? Ну, крайне сомнительно. Эрдогана уже из Израиля напомнили о судьбе Саддама Хусейна. Ну, вообще-то говоря, в данном случае напомнили, опираясь на историческую логику. Вот и все.